Шапель, Нотр-Дам-де-Сант, лавандовые поля вокруг. Это место, где мы провели второй день класса. Немного ветрено, но жарко. Совершенно удивительное место с древней часовней. И мы писали ее с двух точек. Сначала сверху, с горы, где, откуда прекрасные виды открываются. И после обеда мы спустимся пониже, к деревам, в тень. Вадим Долгов приехал из Канады. У него за плечами художественное училище. В этот раз Елена Ушакова совсем меня удивила, потому что в полевых условиях заработала газовая горелка, газовая плитка, на которой готовилась гречневая каша. Что именно? Огонь? У тебя огонь слышишь? Каменями. Сейчас я каменюку там. Это котлетки телячьи. Гречневая каша. Котлетки телячьи и песто. Песто это что такое? Песто это песто. Ну не знаю, что такое песто. После вкуснейшего сытного обеда мы расположились в другой локации, на другой точке. В таких местах пишется особенно с подъемом, с энтузиазмом, и все обречены на успех. Фешем недавно я прочитал статью его, уделял огромное значение поиску точки на пленэре. И от ее выбора, ну, он говорил, что 90% успеха от выбора точки, с которой мы пишем. Так что лучше не торопиться, а тщательно подобрать место, откуда наивыгоднейший ракурс мотива. Первое открытие не надо бояться. Нужно действовать активно, брать краски побольше и намазывать, как вот масло на хлеб, не боясь. Лучше смотреть на композицию перед тем, как начала писать, смотреть, что ты собралась писать. То есть скомпоновал, потом в голове вот это посмотрел, потом уже
Вот, это вот обязательно нужно делать. Ну и самое главное, конечно, это не бояться. Вот у меня постоянно вот этот вот затык, когда ты боишься взять больше. Я не экономлю ничего, я просто, вот у меня страх вот этот есть взять. Вот и... Как в команде пишется тебе? Замечательно, мне очень понравилось писать в команде. Потому что все друг друга взаимоподдерживают, потому что это дает ощущение единства. Это не то, что когда ты стоишь один, пишешь, и ты не знаешь. Ты немножко себя незащищенным даже чувствуешь, когда ты один. А в команде, ну, мы все вместе, мы все занимаемся одним делом, никто тебе слова не скажет. А если скажет, только хорошее. Еще приедешь? Обязательно, конечно, да. Конечно. Ну что, меняется живопись, подход меняется к картине, потому что учусь не то, что мастерству исполнения, а как мыслить и на что смотреть. Вот эти соотношения теоретически я знала, но я их не соблюдала так вот, как теперь начинаю соблюдать. Ну и когда уже эти соотношения улавливаю, так у меня тогда свободно... И я могу что угодно там делать. Уже тогда нету скованности. А как раз вот из этой скованности не могла выйти, потому что как-то все не схватывалось. Ну вот такие изменения. Радость на сердце.